В преддверии Нового года Брестский театр драмы собрал более 370 детей на новогоднее представление. Приглашены были малыши с психофизическими особенностями и дети-сироты. Организатор мероприятия – администрация Ленинского района города. Гостей ожидало сказочное представление, хороводы вокруг красавицы елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, сладкие подарки. Спонсорами выступили Управление по образованию облсполкома и общественная организация «Белая Русь». Понравился, конечно, очень интересно играли, интересный сюжет, детям понравилось. Ну, а подарок как сладкий бонус. Конечно, нужно проводить такие мероприятия, потому что деткам очень интересно, они ждут и елочку, и спектакль, особенно когда там поют. Главное, что да, им очень нравится. А подарки? Сладкие подарки, да. Уже кушают конфеты? По чуть-чуть, да, дозированно. Свою новогоднюю программу организовало и областное объединение профсоюзов. Во Дворец культуры было приглашено 400 малышей. В предновогодние дни профсоюзами для детей запланировано более 40 мероприятий, которые продлятся до 10 января. На Новый год родители хотят сделать какой-то праздник детям, да? Ну, чтобы дети верили, мы с детства все верили в волшебников, в Деда Мороза и в чудесное перевоплощение и... Когда он слышал наши пожелания и то, что мы говорили родителям или там взрослым, и эти подарки мы потом получали под елочкой. Поэтому ну, понятно, что мы попытаемся сделать такое же чудо для членов профсоюза, для их детей. Вот. Поэтому сегодня вот порядка 400 будет детей, порядка 400 детей членов профсоюза со всей области. Это так называемая областная елка. То же самое представление, которое подготовили коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры. И профсоюзные организации областные, вот я говорю, наше областное объединение и областных отраслевых комитетов, то же самое закуплено для своих членов профсоюза, для их детей, закуплены подарки, которые будут вручены. Первый раз, не знаю, ожидаем очень хорошо провести время. Дедушку Мороза верим? Конечно, верим. Подарки уже получал малыш? Получал. Понравились сладкие конфеты? Конечно, очень понравились. Мы стараемся посещать почаще мероприятия такие. Нам очень нравится. Тебе нравится? Мне да. Спектакли очень хорошие всегда здесь. Организация. Мы не первый год в ДК приходим на Новый год. Нам очень нравится утренники. Скажи, а ты веришь в Деда Мороза? Да, я верю в Деда Мороза. Новый год – пора чудес и исполнения желаний. А насколько долго наши дети будут верить в Деда Мороза, зависит от нас, взрослых. Любые сюрпризы, внимание и интересные спектакли еще очень долго не заставят малышей усомниться в существовании волшебства. Мирослава Коваленко, Павел Малашонок, Григорий Пекарский, телекомпания «Бук-ТВ».